Бронза на международных лыжных гонках, световые чудеса в Советске, новый арт-объект в Чистых прудах, новогодняя елка из машин и не только. За 10 дней произошло немало хороших и весьма удивительных событий. Подробнее о них расскажет Ольга Мартынова. Весело, шумно и зажигательно. Так жители юго-западного микрорайона встретили новый 2022 год. Сотни кировчан, забыв про ограничения и запреты, танцевали под любимые хиты во дворе дома на улице Кольцова. Организовал народное гуляние местный житель Олег. Уже несколько лет подряд активный горожанин устраивает в новогоднюю ночь настоящий праздник, включая музыку и иллюминацию. Однако без происшествий, хоть и со счастливым финалом, 31 декабря не обошлось. Праздничных салютов испугался снегирь. Птица стала метаться и ударилась о стекло. Неравнодушные кировчане спасли и подлечили маленького пациента. А утром 1 января на свет появилось несколько маленьких кировчан. Первым ребенком, родившимся в Кирове, в 2022 году стал мальчик. Его вес 4 килограмма 160 граммов, а рост 56 сантиметров. Как рассказали в правительстве региона, в этот день в Кировском областном клиническом перинатальном центре на свет появилась еще и девочка. Однако мальчик ее опередил, родившись в 9.05. По словам врачей, новогодние праздники всегда снижаются поступление плановых пациенток. По всей видимости, женщины настраиваются провести это время дома, с семьей и близкими. Далеко не все кировчане отметили новогодние праздники дома. Например, уроженец Котельнического района Алексей Червоткин провел их в Италии. Там проходил 5-й этап Кубка мира по лыжным гонкам. Алексей взял бронзу в масс-старте классическим стилем на этапе в 15 километров. Это расстояние спортсмен преодолел за 41 минуту 31,2 секунды. На финише он уступил лыжникам из Норвегии и Финляндии. А еще в новогодние праздники в Кировской области появилось несколько новых арт-объектов. В деревне Стулово Слободского района мастер Николай Бажин сделал снежную горку в виде тигра, а кировский умелец Олег Торбеев вырезал из дерева фигуру белуги. Скульптуру длиной около 3 метра установили в рыболовной зоне в Чистых прудах. А вот настоящие лесные звери все чаще стали заглядывать на городские улицы. На этот раз жители Кирово-Чепецка заметили заплутавшую лису. На кадрах дикое животное сидит посреди дороги, рядом с жилым домом в микрорайоне Южный, и никак не реагирует на прохожих. Однако специалисты предостерегают, лиса, которая не боится людей, опасна, и подходить к ней не стоит. Дайджест событий за выходные готовила Ольга Мартынова, Бюро новостей, Давичам.